Хабаровские наркополицейские заканчивают расследование уголовного дела о торговле спайсами, фигурантами которого стали двое молодых людей. Объемы синтетических наркотиков, с которыми работали обвиняемые, относятся к особо крупному размеру и исчисляются килограммами. Этот дуэт был всего лишь одним звеном цепи. Юноши выступали в качестве перекупщиков и региональных дилеров. Произведен же этот спайс был на территории Китая. Связь традиционно через интернет, расчет через киви-кошельки. Ну и думали поставить это дело на широкую ногу, практически на профессиональную основу. Одну из закладок сотрудники наркоконтроля нашли под гаражом. Свертки размером с детский кулак покупателя ждали около 100 граммов кристаллов. Один из подозреваемых, в прошлом судимый за грабеж, признался, что сам употреблять товар чурался. Скорость? Что с ними делал? Кристаллы. Ничего не делал. Сам употребляешь наркотики? Нет. Его напарник был более разговорчив. По словам хабаровчанина, все начиналось как единичная попытка заработать. А дальше дело пошло. Много не хотел брать. Я говорю, ну так чуть-чуть подработать, чтобы ну, кредит заплатить. И все, он говорит, ну вот это возьми, потом еще типа дам. Ну у меня просто нет больше надежных людей, кто ну, не употребляет. Там все обманывают. И все, мы взяли вот это вот, сняли квартиру посуточно. В санузле арендованного жилья сотрудники ФСКН нашли тайник с пакетом, который иллюстрирует реальные объемы оборота наркотиков этой группы. В свертке, с виду похожем на розовую соль для ванн, было более 1,5 килограмма психотропного вещества. Подозреваемых ждет суд. Им грозит до 15 лет лишения свободы. С места происшествия Мария Склярова, по материалам регионального ФСКН.